Привет всем зрителям канала Art School. Сегодня мы нарисуем сказочную героиню из мультфильма «Тролли» Розочку. Нарисуем восковыми мелками от Эрих Краузе. В небольшой удобной упаковке 24 ярких мелков. Они хорошо ложатся на бумагу и придадут вашему рисунку особую текстуру. Итак, мне понадобится бумага, карандаш, ластик и мелки. Начнем с эскиза. Нарисуем овал для головы. Добавим туловище трапециевидной формы. Линиями добавляем ручки. Левая рука согнута, ее Розочка поставила себе на талию, а вторая поднятая вверх. Также линиями наметим ножки. Левая немножко приподнята. Посередине лица проведем линию и наметим горизонтальные линии, чтобы правильно нарисовать глазки. Рисуем уши. Посредине верхней линии нарисуем глазки. Ниже рисуем носик. Дорисуем приподнятые брови и контуры щек. Нарисуем широкую улыбку героине. Отличаются разноцветными торчащими вверх волосами. У Розочки они ярко-розовые. Нарисуем обруч с тремя цветочками. Рисуем ручки и ножки. Нарисуем узоры на платье. Теперь давайте начнем раскрашивать нашу веселую, яркую Розочку мелками Эрих Краузе. Светло-розовым мелком закрасим тело.
Теперь возьмем мелок темно-розового цвета и обведем контуры. Закрасим носик, брови и глазки. Красным мелком нарисуем щечки. Также красным цветом поставим тени в нужных местах. Розовым цветом закрасим волосы героини. Черным мелком также поставим тени. Зеленым и голубым цветами закрасим обруч у розочки. Платье закрасим синим мелком, а тени поставим фиолетовым цветом. Узоры на платье закрасим нежно-голубым цветом. Белым мелком поставим несколько штрихов для бликов. Ну вот, мы нарисовали яркую красивую розочку с мультфильма «Тролли». На сегодня все, друзья. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии под видео. До новых встреч! Пока!